Бывшая солистка группы Viagra сообщила, что 18 дней не пьет алкоголь. Анна боялась, что ей будет сложно, но на деле оказалось не все так страшно. Самое непростое для поп-звезды – это находиться в компании друзей, которые выпивают, а также воздержаться от бокала после тяжелого дня. «Теперь я просто быстрее ложусь спать, и все», – иронично заверила Седокова. Супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы уже заметила улучшение, которое с ней происходит из-за отказала от алкоголя. «Кожа прекрасна, выхожу в соцсети без фильтров. Отеки уходят, килограммы исчезают. Это, конечно, еще плюс интервальное голодание, но все же. А какая экономия денег? Одни плюсы. Кожа стала настолько лучше, что я не могу на себя насмотреться. Самочувствие прекрасное», — заявила исполнительница хита «Мое сердце в бинтах». По словам Анны, она вдохновлена и гордится своим успехом. Она также сообщила, что похудела на 4 килограмма. Ранее многодетная мать рассказала, что набрала вес из-за приема лекарств, она уже несколько лет страдает из-за приступов крапивницы.